Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW M2. Ремонт передом. Итак, владелец пригнал машину уже с замененными деталями, их нужно будет все снять. Все детали новые, кроме бампера, и оригинал. А это основные повреждения. Левая клюшка загнута сильно. Правая чуть-чуть. Начинаю ремонт. Первым делом разбираю. Перед разобран и первым делом делаю измерения. Для этого у меня есть оригинальные размеры. Повреждены две клюшки. Начну с наименьшего повреждения. Правая сторона все норм. Приступаю к ремонту левой стороны. Левая сторона тоже уже на месте, но эту часть я буду менять. Это желание владельца, и у меня для этого есть целый кусок. Удаляю мятые части.
Мятое железо удалил, теперь подровняю все, что осталось на машине. Это место я закончил, теперь раздеребаним донорский кусок. Теперь целую часть устанавливаю на место и привариваю. Приваривать буду с установленными элементами переда. Проверяем расстояние, диагонали. Также не забываем, чтобы была правильная высота. Размеры год, привариваем.
Сварочные работы закончены, все стоит чудненько. Теперь я покрашу замененную часть. После покраски обрабатываю антикором. Ну и последний этап, устанавливаю детали переда, те, которые есть. Левой фары не хватает. Моя работа закончена. На эту работу ушло 15 часов.
А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!